5 июня, пшеница яровая, сорт Ликомера. Это второй срок сева, предшественник соя. 17 апреля, естественно, визуальные есть отличия. К примеру, здесь еще колос не до конца выброшен, то есть он не до конца вышел. И, естественно, пшеница еще не цветет. На первом сроке пшеница уже начала цвести. Разница по всходам была в 6 дней. Разница по срокам сева, ну, то есть 12 дней. И в то же время разница вот внешне, визуально, она сейчас присутствует, как бы там ни было. Если бы эти сроки бы поместить, ну, рядом, то можно было бы подумать, что это два разных сорта. На самом деле это один сорт. К примеру, если я сейчас смогу увеличить хорошо, то есть он сейчас из-за того, что практически колос вышел на ликомера, он, можно сказать, другого цвета, более такой светлый. Визуально так выглядит посев. Это еще пока зеленый. Итак, это норма высева 6 миллионов. Максимальный фон 5, 4, 3. И 2 миллиона, это где-то в пределах 75 килограмм. Вот так выглядит, ну, не сказать, что выглядит редко. То есть пшеница раскустилась от 4 до 6, получается, стеблей. Вот таких более продуктивных. То есть нет одиночных растений. Я имею в виду, чтобы это был один стебель. Таких я вот не вижу. Два миллиона. Миллиона максимальный фон. Второй срок сева 17 апреля.